Президент США сегодня отправился в недельное турне по Африке. В поездке его сопровождают супруга и дети. Первая семья Америки проедет с запада на восток Черного континента и посетит Сенегал, ЮАР и Танзанию. Однако в Кению, где родился отец Барака Обамы, американский лидер заезжать не планирует. Это второй приезд Обамы в Африку в должности главы государства. Как заявила пресс-служба Белого дома, главные цели нынешнего визита – развитие демократии, торговли, инвестиций и здравоохранения. Например, бизнесмены из Сенегала признались прессе, что рассчитывают увеличить торговлю с Соединенными Штатами. Однако главная, по словам политологов, цель приезда Обамы – это попытка восстановить американское лидерство на континенте. В последние годы оно было утрачено на фоне активных действий стран-конкурентов США и, в первую очередь, Китая.